привет. У меня тут такое... Саш, да капец, как не вовремя. Что тебе нужно? Эй, да я просто поговорить хотел. Ну так говори, что нужно. Что у тебя случилось? Алло, Даш. Что, опять не закрыла? Да сдашь ты эту экономику. Чтобы с нашего универа отчисляли. Да, первокурсникам такое отношение. Ну ничего, сдашь, еще сдашь. Потом будешь ходить и смеяться, как к тебе преподы относились на первом курсе. Задолбало это все. Как же я устала. Господи, препод этот. За меня родители огромную кучу денег платят. Я на все пары ходила. Таньку закрыла, а меня нет. Конечно, у нее язык подвешен. Красивая вон какая. Еще Макс этот. Как так можно ко мне относиться? Я ему все, а в ответ ничего. Опять в городе Санька видела. Мама говорит, что я во всем виновата. Нужно быть внимательнее, учиться лучше. Да и про Макса даже ничего не говорила. Бесит. Никому я не нужна. Никому. Пойду вон с окна выброшусь и все. Эй, ты офигела? Стой, Даш! Да тут я, тут. Ну, во-первых, я тебе позвонил. Уже как минимум мне ты нужна точно. А во-вторых, нужно любить жизнь. У каждого свои проблемы, понимаю. У меня... Так а за что ее любить? За убийство, насилие, за расизм? Может, за буллинг? За что? Согласен, мы не идеальны. Но в этом-то и есть жизнь. Мы каждый день делаем какой-то выбор, и от этого зависит наше будущее. В этом и есть красота мира, в выборе. Мы постоянно решаем, что нам делать, куда пойти, что надеть. Ты знаешь, ученые признали 21 век самым безопасным для жизни. Ты живешь в демократичной стране. У тебя есть вода, электричество, интернет. У тебя есть семья и друзья. Ты можешь стать кем захочешь. И поехать туда, куда захочешь. Представь, сколько всего в тебе в жизни предстоит еще увидеть, понять, почувствовать. Но это ли не прекрасно? Ну закроешь ты экономику не с первого раза. Ну и что, ты не на стипендии. Ну бросил тебя тот Макс. Так тебе 19. Учись на ошибках и иди дальше. Саш, это что, поезд? Ты на вокзале? А, да нет. Это игрушка на компе. Решил покатать. Ты же никогда не играл в игры на компе. Говорил, что они для задрота. Так ты теперь сам задрот? Ну, решил сыграть, забей. Окей, твоя жизнь. Вот, ты уже смеешься, это хорошо. А то выпрыгну. Да, классно ты все это преподносишь. Только вот, в жизни что-то не все так радужно. Так все от тебя зависит. Да, сейчас ты видишь вокруг себя только проблемы. Но сколько их? 3? А ты только вспомни, сколько всего ты пережила в жизни. Сколько ярких моментов было. И это же все не с кем-то там, а с тобой. Так что все, утри нос, выше голову и пошла радоваться жизни. Бегом, а то приеду, мама не покажется. Хорошо. Кстати, как там твои родители после аварии? Что врачи говорят? Все хорошо будет? Нет.